Всем привет! Сегодня у нас 15 июня 2020 год. Сегодня последний день моего отпуска. На улице 29 градусов. Время 12:40. Вот пионы древовидные. Пион Гадайшу белый. На солнце лепестки, к сожалению, плавятся. Вот для сравнения моя рука. Распускается последний бутон. Вот первый цветок. Розовый уже облетает. Это мой сад. Боярышник цветет. Красавица Москвы, дёрен пестролистный, каштан, это пион анемона флора, тоже цветает уже. Елка канадская. Это мой огород. Это розы. Это мой огород. Здесь вот лук. Там картошка. Там дальше пошли посадки цветов. Здесь вот ревень. Это калитка, куда я уйду. Еще одна грядка с овощными культурами. Мангольд сходит, свекла. Здесь укроп. Здесь петрушка выползает. Это салат. Дальше редиска. В конце гряды там 6 бобов. Это теплица под огурцы. Еще одна гряда под овощные культуры. Горох потихоньку сходит на ней. Рядом там где-то 2 фасолины зашли. Такой вот участок. Последний день моего отпуска. Всем пока-пока.